Всем привет! С вами Данила Данонцов. Как вы уже увидели из видео Олега Razer GM, нам на Bootcamp привезли новые мониторы Aorus KD25F. Лично я могу выделить следующее качество данного монитора. Это яркость 400 нит, RGB-подсветка. Матрица данного монитора обладает хорошими углами обзора и отличной цветопередачей sRGB 100%. Стильный дизайн, тонкие рамки, большой спектр настроек. Вы можете настроить картинку как хотите, хоть там от черно-белого кино до мультика сделать себе игру. Ну и, конечно же, 240 Гц тоже как бы стандарт для любителей шутеров, киберспортсменов, ну наших мужиков своих. Вся наша команда уже пересела на мониторы Aorus и очень довольна.